Всем привет, с вами Мишусин, и сегодня мы пройдем Poppy Playtime главу 1, только с совершенно другим сюжетом. Мы будем играть за доставщика пиццы, который приехал не на тот адрес. Ну, сажитесь поудобнее, берите вкусняшку, приятного просмотра, а мы начинаем. Ау, есть тот кто? Из компании Хрена Пицца. Я вам ваш заказ привез. Вы же заказывали пиццу. Ау, где все? Есть кто-то дома? Ау! Ладно, придется пойти поискать. Так, что мне с вашей пиццей делать? Она сейчас остынет. Ну ладно. Так, может быть, вы здесь? Ау! Есть кто-кто? Да где вы все? Я вам пиццу привез. Вы заказывали двойную пепперони с острым перчиком. Ау! Это светало, паровозик ездит. Где вообще все? Я вам пиццу привез. Ваша пицца сейчас остынет. Кости какие-то тут валяются. Компьютер выключен, блин. Даже в Майнкрафт не поиграть. Ё-моё. Тупой компьютер. А. Ну ладно. Пойду хоть поищу, кому пиццу отдать. О, котик. Ладно, не буду тебе пиццу предлагать, вижу. Ему и так хорошо. Да, блин. Ну, попробую поискать кого-нибудь. Так, что за цвета? Зеленый, розовый, желтый, красный. Там какие-то цвета были, сейчас пойду проверю. Блин, барахло здесь валяется, на. Так, сейчас попробуем сюда вести. Опа. Я, походу, нашел их. Пицца! А где все? Опять какие-то кассеты тут лежат. Ну, что даю ставить? Ну, что он тут скажет? Интересно же. Вот где все? Я вам, блин, пиццу привез. Еще один компьютер нерабочий. Ну, конечно, еще один компьютер без Майнкрафта. Что за компьютер без Майнкрафта? В мусор. Просто в мусор. Он в углу наказан. Вот, блин, и где вот все? Ваша пицца остывает. Я вам просто так, чтобы пиццу привез. А платить-то кто будет? Извините, заказ уже сделан. Возьму хотя бы эту кассету. Где компенсация будет, если никто не оплатит. Вот, блин, придется поискать. Эх, так и не нашел никого. Может быть, вот, может, ты же доиграешь, да? Что-нибудь произойдет, может быть. Вот что это такое? Что за время? Время играть. Время не играть, время есть. Я вам пиццу привез. Где вы, черт возьми, все? Оплатить-то кто будет? Да еще что такое? Что? Мне такого в офисе не говорили, что такое будет. Мне когда пиццу давали, не говорили никаких зеленых руках. Есть о скрытых людях, которые не хотят платить. Ладно, придется что-то сделать. Это что такое? Так. О, что происходит? Мы куда-то проходим. Опа. Вы заказывали пиццу, сэр! Сэр, это вы заказывали пиццу? Сэр! Сэр, ну не гнобите меня, ну это вы заказывали пиццу. И не вы. Может быть, вы заказывали пиццу? А, это долбанная игрушка. Ё-моё. Сэр, помогите мне найти человека, который заказывал пиццу. Вы даже не платите, серьезно. Ну вы эгоист, сэр. Ладно, придется что-нибудь поискать. Эх, я, блин, думал, он мне сейчас чаевые даст. Услышу звук монет. Это, блин, ключи оказались. Это какой-то повар. Опа. А может быть, здесь кто-то будет? Эй, вы заказывали пиццу. Хрена пицца привезла вам пиццу. Оставьте свой отзыв. Нет. Здесь, может быть, кто-нибудь есть? Нет, и здесь никого нет. Ну, ё-моё, ну кто заказывал эту долбанную пиццу? Отзовитесь! Кто-нибудь! Эх, буду продолжать свои поиски. Так, что-то я там сделал, непонятно что. Что? Куда сбежал? А я говорил, что это он заказывал пиццу, но 100%. Он притворился мертвым, чтобы я прошел его. Сейчас бежал, чтобы не платить. Вот что за люди, блин, развелись тут? Ё-моё. Надо сказать теперь того, кто будет платить. Вот. Ты даже не знаю, кто пиццу заказывал. Вот что это вот такое здесь? О, что? О, ничего так, мужанчик. Уху! Воу-воу-воу. Танцуем, танцуем, воу-воу-воу. Ладно, не сейчас. Мне нужно отдать эту пиццу. Кто заказывал пиццу? Эх, игнорирование. Ну ладно, буду продолжать поиски. Эх, ну кто же заказал эту долбанную пиццу? Пицца остыла уже почти что. Вон он, вон он! Стой! А деньги? Деньги, куда? Ты заказал пиццу, стой! Дурак!
Куда? Куда он пропал? Куда ты ушел, эй? А деньги кто платить будет? Что? Ну и ладно, блин. Слушайте, вам штраф выпишут, если вы не возьмете эту пиццу, блин. Кто платить будет за двойную пепперони с острым перчиком, блин? Вообще. Мне нужно найти этого синего чувачка, собственно, когда он заказывал пиццу, они еще играли в свой игры. Детский, ё-моё. Ну, пойду искать его. Так, что это за кубик? Я тут... Это что за кубик? Я сюда даже не играть пришел. Вон еще один кубик. Сюда, да? Оп. Так, ну рука хоть чем-то помогла. Ну, не знаю, там бы еще два кубика нужно. Пойду хотя бы хоть, не знаю, может найду что у них. Собрал эти долбанные кубики. Не знаю, зачем они мне, конечно, но ладно. Ну, пойдемте. Сейчас я их вставлю, эти кубики. Куда? Обратно! А кто платить-то будет? Куда пошел? Опять этот гад ушел от меня. Ну, я тебя найду, я тебе покажу. Ты мне такие еще чаевые дашь. Гаденыш. Ну, давайте посмотрим, что это за кубики. Так. Циферки еще на этих кубиках. Ой, что-то куда поехало. Да... Что? Это красная рука какая-то, что ли? Да зачем мне ваши красные руки? Кто пиццу забирать будет? Остыл уже. Ну и ладно, просто мне взять этого шубу. Это ваши типа чаевые за мою пиццу? Не-не-не, хрена пиццы намного дороже ваших каких-то красных рук. Ну ладно, так уж и быть, заберу я вашу руку. И что мы теперь с вашими руками делать? Так вот это, что у меня есть две руки. Ну, в офисе такого не говорили. В офисе говорили то, что у меня будут чаевые и хорошие услуги. И условия. А тут нет ничего. Ну ладно, иду дальше искать. Ё-моё, куда я еду, А куда я еду? Стойте, подожди, сейчас пиццы, блин, развалится здесь. Тихо, тихо. Что происходит? Эй-эй-эй, харе, харе. Слушайте, тихо. Так, фух, я пиццу вроде бы удержала. Она, блин, чуть не упала. Ё-моё. Что это? Ага, значит так. Так я вам пиццу привез. А меня еще блин, мусором поливают. Что за обращение с сотрудниками? Ужасные условия работы, блин. Я после этого тебя, наверное, уволюсь, блин. Ой, куда? Что? Где? Что? Что это за место? Сделай друга. Какой мне нафиг друг? Мне нужны деньги. Кто пиццу собирать-то будет? Ё-моё. Ладно. Блин, пришлось мне что-то потыкать. Мне какой-то, блин, львёнка дают. Мне кажется, он не оправдывает стоимость двойной пепперони, блин, с острым перчиком. Так, и что мне делать с ним? Сюда, что ли? Это сканинг. Какой сканинг? Деньги где? Может, здесь хотя бы кто-нибудь деньги даст. А здесь? О, это... слушай, а что ты такой агрессивный? Что ты мне даешь? Слушай, а ты же мне дашь деньги, да, надеюсь? Что тут? А деньги где? Слушай, ты заказывал пиццу, друг? Это уже не смешно. Ты пиццу заказывал? Стой. Скажи мне, это ты пиццу заказывал? Да, что ты наклоняешься? Ты заказывал пиццу, говорю. Эй, стой, куда? А, где я, блин? Ладно, бежим на поиски его. О, вон он, стой, друг, постой. Друг, слушай, друг, ну, все же не так плохо, слушай, давай договоримся. Друг, отстань, все, хватит, я понял, ты не будешь платить, хорошо, договорились, друг, ну, пожалуйста, все, хорошо, пицца за счет заведения. Боже мой, отстань, черт, он за мной бежит. Отстань от меня, пицца за счет заведения, я тебе скидку сделаю на следующий заказ. Ай-яй, он за мной бежит, что мне делать? Друг, ну отстань, ну хорошо, ну что тебя не устраивает в нашей пиццерии? Хорошая же пиццерия. Я тебе даже скидку сделаю на следующий заказ. Пожалуйста, не трогай меня. О, где он? Где ты? Стой! Куда? Да деньги, блин, где? Че, сюда мне, блин? Где? Стой, друг, ну слушай, давай договоримся уже, По-братски, друг. Ну, по-братски, давай договоримся. Ну что случилось? Что тебя не устраивает в нашей компании? Крутая же компания. Ну, друг, ладно, пицца за счет заведения. Можно... Да мне даже чаевые не нужны. Отстань, просто отстань от меня, пожалуйста. Боже мой, что делать? Хотя бы коробку. Коробка за счет заведения, все, это моя коробка. Друг, извини, но я... Друг, стой, ну, друг, я не хотел, но... Даже чаевые мне не дал. Ну, конечно, извини то, что тут тебя немного раскромсало, но... Все же у меня вопрос, где мои чаевые? И кто заберет эту долбанную пиццу, она уже холодная? Кто платить будет?
не отвечают. Ну ладно, иду дальше. Что ты там походил? Чего мне все равно до сих пор никто не дает? И пиццу никто не забирает, вот, блин. Что мне делать? Подождите, там что-то есть. Какая-то колыбелька играет. Может там... А, не надо, походу не надо было шуметь. Там мама укорчивает денег. Молодец. Значит, сейчас мама нам и даст денежки. Нет, походу, что-то не так. Ладно. Здравствуйте. О, девочка, привет! Ты пиццу заказывала? Ну... Блин, может, она спит? Может, надо открывать? Ё-моё. Ладно. Мне нужны деньги. Я приехал сюда за этим. Я тут уже, блин, столько времени на вас потратил. У меня ещё куча заказов. Блин, пицца уже ваша холодная. Ладно. Здравствуйте. Вы пиццу заказывали? Ну, чтобы я открыл твою коробку, чтобы ты оплатила. Ты же пиццу заказывала. Ну, и вот, в принципе, все. Это была первая часть прохождения того, как не надо проходить эту игру. Или, можно сказать, вредные советы, или смешное прохождение. Я не знаю, как это назвать. Ну, я не знаю, как вам вообще видео, поэтому оцените его лайком или дизлайком. И можете написать в комментариях, как вам вообще понравилось ли вам видео, интересно ли оно было, смешное, прикольное. Можете писать в комментариях, мне будет реально интересно почитать. Поэтому я обожаю вас всех, мне интересно реально читать ваши комментарии. Поэтому всем спасибо за просмотр, с вами был Мишустин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь на это видео я потратил много времени. Всем удачи, всем пока-пока.